Шеф-повар Максим Григорьев. Пина колада безалкогольная. Моя извечная проблема, я снимаю всякие красивые коктейли, ну и ребенку, конечно, тоже сразу хочется. Обычно я стараюсь изобразить что-нибудь оптически похожее, но из ингредиентов, более подходящих для детского организма. Причем я имею в виду не только алкоголь. Время приготовления – 5 минут. Ингредиенты. Ананас 100 грамм рам. Вишня свежая 10 грамм. Лед дробленый 100 грамм рам. Молоко кокосовое 150 миллилитров. Сливки 33% 50 миллилитров. Сок ананасовый 150 миллилитров. Сок апельсиновый 150 миллилитров. Шаг 1. В основной состав коктейля входит ананасовый, апельсиновые соки и кокосовое молоко в равных пропорциях. Плюс жирные сливки, немного, чтобы получить при взбивании побольше пены. Дробленый лед, можно сказать, технологический компонент, его тоже должно быть мало. Ананас и вишни служат для декора. Шаг 2. Отрезаем толстый, около 1 см и больше, круг ананаса и делим его на два полукружка. Воображаем, под каким углом мы хотим расположить их на стаканах, и делаем ножом надрезы там, где должен оказаться бортик. Если я правильно поняла, этот вид декора называется лодочка. Шаг 3. Вишенки я накалываю на коктейльные зонтики. Втыкать их в ананасы будем потом, перед подачей. Шаг 4. Выливаем в барный шейкер или в другую емкость для взбивания, на дне которого лежит немного льда, 150 мл ананасового и апельсинового сока, 150 мл кокосового молока и сколько влезет сливок. Плотно закрываем крышкой и взбиваем. Льдышки по ходу дела летают туда-сюда, как шарики во флаконах лака для ногтей, знаете? И помогают во взбивании. Шаг 5. Разливаем коктейль по стаканам, сцедив лед. Шаг 6. Надеваем на стаканы ананасы, и только после этого определяем точное положение вишен и зонтиков. Вставить трубочки, раскрыть зонтики, и восторг малолетней аудитории обеспечен. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.